Так, теперь у нас Москва, а вернее центр Москвы. Миссия, история повторяется. Цель – пробейтесь в центр Москвы и захватите здание министерства. Постараемся. Я веду репортаж с линии фронта. Силы коалиции осадили столицу России. Мы с боями прошли 2000 километров от Туркменистана до ворот Москвы. Это была страшная война. Русские обращаются с нами так же, как и с предыдущими захватчиками. Они бросают на нас все, что у них есть. Их вооруженные силы используют все имеющиеся у них средства. Доказательство тому... Еще чуть-чуть и нам крышка. Черт побери. Итак, джентльмены, пришло наше время. Вы хотите вывести Россию из войны? Хотите расколоть альянс? Да, у нас есть шанс, так что слушайте меня. Брейли, Миковский, берите 12 человек и идите к Восточному мосту. Да, сэр. Историки будут писать книги об этом дне, джентльмены. Идите и сделайте так, чтобы на обложках красовались дворняги. Поняли меня? Да, отлично! Сэр. Встретимся на другой стороне. Итак, боевой дух поднят. Осталось только выполнить задание. Дворняги, пришло ваше время принять участие в штурме Москвы. Ваша первая задача – захватить две ключевые точки, которые вы сможете использовать для развертывания. Вам нужно уничтожить станцию связи и очистить от сил противника еще одну площадь. Весь наш арсенал в вашем распоряжении. Используйте его с умом. Вас понял, генерал, вы будете гордиться нами. За работу, дворняги! Ну, за работу так за работу. Окей, спасибо. Так, больше оружия нам не дадут? Вроде бы нет, да? Так, ну на рожон идти я не собираюсь, потому что нам это тут особо не позволят. О! Супер! Так, поэтому мы с вами сейчас будем использовать наше любимое оружие, которое стало совсем им недавно. Так, давай. В этих руинах замечен противник. Подходите, гады! Блин. Можешь не пруха. Я по-любому это сделаю. Я выстою. Я захвачу Москву. Противник бросил в бой ополченцев. Это мирные жители, которых вооружили и заставили сражаться. Это старая тактика русских. Ополченцы не заслужили такой участи. Но все равно они представляют опасность. Извините, ребятки, но... Так надо. Ё-моё. Ну, ладно. Вторая попытка. Опять сначала-то вы издеваетесь.
отсидеться. Так, еще один снайпер готов. Ракетчик хабздец. Так, вроде бы тут в здании чисто. Но это только вроде бы. Могут еще подойти. Ладно. Меняем позицию. Тут никак не пройти. Ё-моё! Два. Долбаные танки. Дайте мне танк, дайте мне танк. Я всех вынесу. Ну, кого смогу. Разумеется. Слишком быть самоуверенным — это плохо. Только танков нам не хватало. Давай, 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 давай. Блин, ну одного выстрела не хватило. Твою налево. Минометный аппарат. Хорошо, давайте его поставим. Попробуем с него атаковать. Сейчас-то опасно. Спасибо, вовремя прислали подмогу. Просто капитально вовремя. Так, танк. Сдохни. Фух, хорошо. Едем дальше. Дворняги, впереди станция связи русских. Вы должны уничтожить ее. Да, без проблем. Так, танк — это плохо. Давай. И еще один выстрел, и все будет ок. Есть.
подбирай же. Да, не хочет подбирать. Ладно. Просто поднимемся и взрываем. Отъедем. На всякий случай. Подтверждаю, станция связи выведена из строя. Отличное начало, парни. Переходите ко второму этапу. Чтобы продолжить наступление на центр города, мы должны захватить один из двух мостов. Пока что войскам коалиции не удалось прорвать оборону противника. И я надеюсь, что это сделаете вы. Парняки, постараемся. Ваша цель — мост впереди. Окей. Ну давай же. Поехали. Если у нас есть ребята, самое время ее использовать. Так, еще один раз. Не вышло. Не круто. Так, а что, снайперки нет? Зашибись, снайперки нет. Плохо. Очень плохо. Но зато есть танк. Секундочку. Бегом, бегом. Блять, так и знал. Так, 7 высадок, ладно, неважно. Успокоились и погнали. Кинули. Погнали. Надо только до танка доехать. И все будет супер. Ну, в принципе, как-то так. Хотя еще один нам явно не помешает. Вышка уничтожена, точнее зачищена. Или почти. Ну что, они бегут, это хорошо. Противник подавлен. Почти. Давай, долбанный танк, уничтожить. Почти все, почти все. Генерал, мы на мосту,
Переходим на другую сторону. Подтверждаю, мост захвачен. Отлично. Отлично-то отлично, а что делать дальше-то? А, понятно. Второй этап миссии. Ну хорошо, как скажете. Фу. Так, немного передохнем, успокоимся. И продолжим.